Перед собой вы видите ошибку при запуске игрового клиента Steam. Такая проблема может возникнуть на любых других приложениях, и заключается она в сетевых запретах брендмауэра, Windows или антивирусника. Как видите, я уже начал решать данную проблему. Если у вас не установлен брендмауэр антивируса, то делаете за мной. Переходите в брендмауэр Windows и здесь находите запрещенные сетевые подключения, естественно, связанные с приложением Steam. Если вы нашли запрет на сетевые подключения Steam, то их нужно просто разрешить. Если у вас установлен антивирус с брендмауэром, то по умолчанию брендмауэр Windows отключен. Именно поэтому переходим в интерфейс антивирусной программы, переходим в брендмауэр и находим все запреты на приложение Steam, а также на все компоненты от Steam. И выставляем запуск сетевых приложений на разрешить и доступ к сетевым ресурсам разрешить все. Еще раз повторюсь, делаем это со всеми компонентами Steam. После всех этих процедур обязательно перезагружаем компьютер и видим, что Steam запустился и прекрасно работает. Без перезагрузки компьютера вы, возможно, получите ту же ошибку.